Всем добрый вечер. Немного движений техник для улицы. Если одежда есть, я взял односторонний захват, продергиваю противника мимо себя, захожу за спину. И правая рука, которая была на отвороте, она приходит ему на лицо. Я должен оказаться со спины. Левая рука опирается в поясничку, правая забирает лицо, лоб, и я бегу вперед спиной. Движение костюма продернул, оказался. А здесь вся суть в том, что я, когда оказавшись за спиной, я бегу в сторону спиной вперед. Потому что если зашел за спину и начинаю ломать вот здесь, вот, то я его не сломаю. Если же я упираюсь в поясницу, вот сюда, вниз, и бегу, вот, получается, я его ломаю конструкцию. Здесь роняю. Ну, на отработке надо делать за лоб, а иногда и очень аккуратно, мягко надо делать за как положено. То есть забираем подбородок, нос. Продернул, взял, уронил. Это же движение можно делать, если вдруг без курток. Мы делаем простой перевод, оказался со спины и уронил. Вот сюда уронил. Движение рукой, которое на лице, не силой тащу, а как будто так вот сбрасываю воду с руки. То есть я намочил и сбрасываю. Тогда получится в конце движения ускорение. Сейчас делаю руки воду. Подошел вот сюда и как будто сбросил руку. Потому что если будет однотонное, монотонное такое движение, силовое, то партнер может среагировать. Если же я сделал движение, вот, зацепил и дальше и уронил. Ну и для жизни, если я партнера уронил, если тяжелая ситуация, уронил и копнул. Или подбил ногой. Движение раз, два и три. Ну, в крайнем случае, если он был плохо себя вел до этого. Если он вел себя хорошо, добивать не надо. Надо делать просто мягкое падение в стиле айкидо. Тут спасибо.